Здравствуйте, магазин Лючи Тру, серебряные украшения. Сегодня у нас украшения от завода Планда. Давно мы ей не любовались, а новинок у нас достаточное количество. Начнем мы вот с этой модели. Это у нас кольцо с натуральным цитрином. Артикул на сайте будет R101. И смотрим по бирочке. Цитрин овал размером 11 на 9 мм и цитрин 8 штук в огранке круг на 1,75. То есть вот у нас цитринчики натуральные стоят, и вот у нас тоже центральный цитринчик натуральный. Колечко у нас 17 размера. Ну вот я делала на 17,5, плотновато. Да? Видимо, 17 прям сядет хорошо на 17. Так что вот такая приятная модель с натуральным цитрином. Точно такая же модель, поменьше здесь уже камушек. Здесь у нас стоит кубик циркония от завода Сваровский, официальная голограмма, которую они представляют. И завод Плата использует в основном эти камни, вот такого малинового цвета. Размер 17,5, соответственно. Знаете, прям плотно-плотно мне село вот это 17,5, я вообще его на 16,5 взяла, прям очень плотно. И сережечки к этой модели, посмотрите, очень широко открывается замочек, легенькие серьги. Украшение полностью продублировано, как на колечке, вот такой строгий интеллигентный комплект, который, я думаю, многих заинтересует и будет привлекать обязательно внимание. У нас очень много сегодня необычных моделей, Плата у нас прям молодцы работают, посмотрите. Великолепные изделия. Есть люди, женщины, которые, да и мужчины некоторые, которые любят такие вот достаточно сложные в исполнении, в работе, прям видна, да, работа изделия. Вот такая у нас маска. Не могу сказать, что венецианская, но, наверное, просто маска. И посмотрите, какой интересный здесь узор. Проработана левая сторона, проработана правая сторона совершенно по-разному. Сегодня мы смотрим черную масочку, они будут еще в другом цвете. Размер 17,5, но большая с тыльной стороны полость. Ну да, на 17,5 мне свободновато, но смотрится, конечно, очень экзотически это колечко. Есть, хочется смотреть, рассматривать. На сайте артикул мы смотрим 0,3,14. В принципе, можно зайти на вкладку Плата, бренды, и там все изделия будут видны. Следующее кольцо у нас, артикул на сайте 0,2998. Посмотрите, нитка фианитов таких малиновых, да, очень необычная посадка кольца, вот такие две полудуги. И размер у нас 17,5. Смотрите, вот на 17,5 оно мне село туго, но как интересно оно в посадке, да, вот эту линию пальцев оно прям четко повторяет и садится. То есть изначально ювелиры продумали эту историю. И просто в изгибе сделаны серьги, достаточно широко открываются, нежный замочек. Прям аккуратненькая вся такая плата, хочется ее все время трогать, разглядывать. И есть в ней такой вот лоск современный. Вот такая вот моделька, очень спокойная, ненавязчивая, но видна в ней своя красота. Так что я думаю, это тоже кому-нибудь очень понравится. Следующая модель, вот такое колечко с текстурным серебром, у нас здесь покрыт черным родием, по краям, видите, разорвано, покрыто все позолотой, тыльная сторона также в позолоте, очень много внимания Плата уделяет тыльной стороне, прям настолько эффектные изделия выполнены. И размер у нас 18, но за счет широкой шинки, опять же, вот я на 17,5 одела, но прям плотно-плотно, очень красивое кольцо, эффектное, текстурное. Подумайте, я думаю, что на 17 надо брать размер. Еще одно кольцо, тоже в такой задумке, поверху черный родий. И видите, легкость вот этого изгиба серебра, золото сверху и по бокам в торце вставлена нитка фианитов. Размер 19,5, артикул на сайте 0,2508. Ссылочка под видео будет, обязательно переходите по ней. Размер на 19,5, ну вот. По ощущениям, да, правильно я делала, на 18,5. Да, и при повороте видны эти фианиты. Еще одно очень увлекательное прямо изделие, такое впечатлило меня. Посмотрите, прямо пенечек весь отработанный, с тыльной стороны. И верх на вот этот рисунок дерева, можно посчитать, сколько лет колечку, как мы считаем по срезу, да, 20 размер, также позолота, 20-й. Ну вот, знаете, 20, я думаю, что на 20,5 прям садится. Тоже такое своеобразное изделие для любителей таких редких украшений, но прям видно, такая работа, работа. И мне кажется, очень эффектно, стильно и дорого оно смотрится. Причем, если, смотрите, к нему есть кулончик, артикул на сайте
0294. Посмотрите, если к нему совершенно прекрасно подойдет обручалка в желтом золоте, и можно одеть любые золотые совершенно конго, любые серьги золотые без каменку, великолепно этот комплект будет работать втроем. Еще одна интересная модель, а-ля печатка, скажем так. Посмотрите, одна сторона у нас совершенно гладенькая. Здесь фактурный такой рисунок, который украшен позолотой. Опять же стоит фианит Сваровски. И размер у нас здесь 18 на 17,5, наделая колечко. Мне хочется это колечко куда-нибудь, вот я бы на указательный палец одела при желании, да, чтобы вот эта часть была всегда видна. Такое оно интересное. Мне, к сожалению, размер не позволяет, но вот у кого позволяет, я думаю, что можно это обязательно так использовать. И еще одно кольцо. Здесь у нас стоит натуральный аметист, 18,5 размер. Эффектная текстурная работа, когда черное такое... грубая, достаточно брутальная часть, освежили позолотой, поставили натуральный камушек, размер 18,5. За счет широкой шинки, опять же, меряю на 17,5. И к нему у нас есть родной кулончик, полностью повторяющий работу. Также внизу натуральный аметист. На сайте мы смотрим 3 восьмерки просто, а здесь мы смотрим 587. Я говорю, по вкладочке там будет у нас ссылка, и по бренду платы не так много изделий, вы сразу их найдете. Вот такая красота сегодня под завязку. Заходите, смотрите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. И мы с нетерпением ждем встречи с вами.